велосклад.рф. Рок-машина для отчаянных велосипедистов. Это именно тот аппарат, который и смотрится круто, и катит весьма неплохо. Особенно если учитывать его ценник. Да-да, посмотрите на цену этого велосипеда. И да, пусть у него 24 скорости, зато стоит полноценная гидравлика. Навеска, разумеется, любительского класса, ведь на чем-то приходится экономить. Вилка Сантур XCM, двойной обод. Кстати, среди велосипедов на 29-х ободах эта моделька реально выигрывает в соотношении цены и навесного оборудования. Катит велосипед, разумеется, не так, как это умеет делать Cube, но вам понравится его отзывчивость. Таким образом, весьма неплохо упакованный рок-машин создает интересную конкуренцию более дорогим найнерам на велосипедном рынке. Сайт-магазин велосклад.ру.